Повторяю, все, что нужно, позволить нам разобрать вас на части. Мы здесь никому не перекладываем. Мы знаем, как собрать человека обратно. Это полное обновление организма, новая жизнь, замена вашего старья. Кроме этого, мы вырежем все опухоли. Честно говоря, это вы должны нам платить. Лол, бред. Видимо, нам сейчас покажут всю историю Aperture. Видимо, они до этого какими-то жидкостями занимались, какими-то испытаниями на жидкостях. Вот. Они, в конце концов, пришли к порталам. Так, где мы сейчас? Благодарю вас. Не могу поверить, что благодарю этих людей, что приняли участие в испытаниях проталкивающего геля. Вы внесли значительный вклад в науку, и человечество вам очень признательно. Различные вещи заберите их с собой. Мы не хотим, чтобы старые газеты и костыли захламляли здание. Для многих из вас $60 это неслыханное богатство, поэтому не тратьте их все на... Каролайн, что покупаете эти люди? Рваные шляпы, мусор? Каролайн, блин. Да что ты... Evaluator to surface. Интересно. Ты. Сори за спойлер, пацаны, если я догадался. Так. Тупая Гладос. Иди и прорастай корнями. Так, что у нас здесь есть? Это, вот это, вот это. Воу. Что здесь, блин, происходит? Райд, это зачем я включил? Или это нормально? Неважно. Так, секунду, я не понял. Что это за кель? Что это за краска? Синие, я знаю, что за краска. Что делает белая? Так шумно здесь вообще. Давай.
Давай. Эх, отлично. Разлил красочку. Сейчас мы попробуем пробежать. Yeah. But did you know, robots are smarter than you, but robots work harder than you, robots are better than you. All needed for testing today. My new boss is a robot. Go fuck yourself. Окей. Иди отсюда. Вот и славно. Думаем дальше. Птица, птица, убей ее, она плохая. Что за бред? Я надеюсь, что... Мне так кажется, что нужно перелететь. Не знаю, как вам, пацаны. А, так зачем перелетать? Можно же пробежать. Только нужно осторожно пробежать. Фак. Да ты гонишь. Может, тут что-то я не то есть? Да, 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 я портал криво пустил. Вот, теперь все нормально должно. Ты еще должен вылететь просто и все. И по-нормальному все. Должно быть. Вот так вот. Все. Разобрался со всеми вопросиками. Да, отлично. Добро пожаловать в центр развития. Привет. С тех пор, как участие в испытаниях стало обязательным для всех работников, качество испытуемых значительно повысилось. Однако возросла текучесть кадров. Возможно, вы слышали, что мы планируем постепенно прекратить эксперименты над людьми. Впрочем, еще остались вещи, требующие доводки. Наши счетоводы утверждали, что мы не можем потратить даже 7 долларов на покупку лунных камней. Не говоря уже о 70 миллионах, мы все равно их купили, измельчили и изготовили гель. И знаете что? Измельченные лунные камни — это сильнейший яд. Я смертельно болен. Но кроме этого мы выяснили, что они являются прекрасными проводниками порталов. Теперь мы хотим узнать, можно ли вывести яд из системы кровообращения человека, путешествуя через порталы. Если же не одаривает вас лимонами, делайте лимонад. Давайте будем оптимистами и займемся наукой. Тем не менее, я буду счастлив, если вы сможете пройти это испытание как можно быстрее. Караван, пожалуйста, принеси мне еще более утоляющее. Да, совсем уж больно, пацану. Какое испытание? Чё, сейчас испытание будет? Что это за белый гель, интересно? Что он делает? На нём вроде нельзя прыгать. И он что делает? Порталы что? А, точно! Я понял, пацаны. Этот гель, короче, который делает порталы. Вот и все. Хороший, полезный гель, буду иметь в виду, но тогда получается совсем другая история. То есть теперь с помощью вот
этого геля мы можем создать порталы почти везде, но как провести его? Это уже другая история. Вот теперь мы можем пробраться вот туда, вот. Эй. Узнать бы, куда нам надо двигаться, было бы вообще супер. Так. Ладно, давай, давайте продолжим в следующий раз тогда.